Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но очень только информационный характер. Ну, прежде всех, хочу поздравить с наступившим Новым годом. Всем счастья, здоровья, успехов. Чтобы все наши желания сбывались и больших профитов нам в Новом году. И сегодняшнее видео о Финтрадецентр. Значит, в сегодняшнем видео в режиме онлайн я буду ставить денежку на вывод. У меня есть минимальная сумма. Отсюда вывод $10. У меня на балансе вот текущий счет $10.20. Значит, давайте перейдем к выводу сразу, да? А потом я еще раз напомню, как здесь получать бонусы. Абсолютно без вложений, друзья. Я сюда ничего не вкладывала, ни одной копеечки. Вот здесь есть язык, галочка, и можно поставить, выбрать язык, какой нужен. Значит, давайте. Так, я буду на Pair. Ставлю, видите, здесь Visa, Ethereum, еще вот какая-то платежка, Bitcoin и Perfect Money. Я ставлю, сейчас попробую. 10. Доллар получится у меня. Возможно, что нужно будет ровную сумму вставлять. 10.20 у меня адрес. Так. Комиссия 2%. И они с этих $10 у меня вычтут $3. Я получу уже не $10, а $7. Вот к получению 7.20. Нажимаю «Вывести средства». Сейчас обновится, видите, кружочек. О том, что этот проект платит, нет никаких сомнений. Заявка на вывод создана. Обрабатывается в течение 48 часов по рабочим дням. Ну, сегодня праздник. Я думаю, там к концу недели вывод должен прийти. Так, все. Мой баланс обнулился, как мы видим. Так, теперь что я еще хочу сказать. Здесь вот вкладочка «Купить». У меня я работаю на бонусные денежки. В данный момент у меня бонусных $16.16. Но у меня уже я набрала $50. И я купила себе вот за $50 робота. Так, вот здесь вот это за $50 вот у меня работает под 1.10% на 40 дней. Вот этот у меня куплен робот. Далее можно купить на бонусные денежки, также насобирать $750, и будет дневная доходность 1.20% на 60 дней. И за $12.500 уже 1.5% на 90 дней. Это на бонусные денежки. Ниже мы опустимся. Здесь уже за свои, ну, депозит делать. За свои деньги уже, если, значит, 50% идет текущий счет, 50% накопительный. Ну и процент здесь уже побольше. 1.20% на 40 дней, $750 1.30 на 60 дней и на 12.500 1.60% на 90 дней. Далее нажимаем вкладочку «Мои роботы», и вот у меня в работе мой робот за $50, который я купила. Здесь 8 уже неактивных. Значит, далее нажимаем, друзья, карьеру. Вот это самое интересное. У меня есть активные участники. Я надеюсь, у них все хорошо. И здесь мы выполняем задания еженедельные. И нам начисляют бонусы. Значит, у меня вот задание я делала. Пост приглашения ежедневно я делаю. За это мне дают еженедельно. За это $2. Далее записать видеоролик и опубликовать его в соцсетях. За это дают $3. Это у меня не получилось.
Значит, опубликуйте пост приглашения. Это все делается еженедельно. Опять 2 доллара. Я сейчас перейду на Facebook и покажу. Смотрите, это все там расписано. Вместе копируйте вот эти хэштеги и вот этот текст. И публикуйте в соцсети. И обязательно свою реферальную ссылочку. Далее ставите лайк. Опубликуйте сюда. Далее нажимаете, вот где вот это число. Я это делала 29 сентября. Декабря, извиняюсь. И вот у меня мой пост. Далее копируете вот эту ссылочку и отправляете. Смотрите. Так. Опубликовать пост. Пост приглашения. Вот у меня он сделан. Я нажимаю на плюсик. И вот у меня мой пост. И у вас там будет все расписано. Это все можно, как бы все готовое. Только вам нужно скопировать, опубликовать, вставить свою реферальную ссылочку. И сюда эту ссылочку и отправить на рассмотрение. После того, как все одобрят, вам начислят денежку на бонусный счет. Далее что? Сейчас я запишу вот это видео. Также я его опубликую в соцсети. И я записать видео и опубликовать в соцсети. За это мне дадут 3 доллара. Я нажимаю на плюсик. И что мы здесь видим? Здесь все расписано. Записать видеоролик. У меня будет название носить вот это вот. Я вот ниже под названием это опубликую, что я вывожу денежку, да, 10 долларов. Вот такое должно быть название. И плюс вот такие вот хэштеги, друзья. Вот они. Это в обязательном порядке. Далее поставить лайк на своем опубликованном видео и отправить на задание. И вот так, таким же образом, как бы, я выполняю. Сюда вставлю ссылочку и нажму «Я выполнил задание». После рассмотрения мне начислят бонусные 3 доллара. Вот. Задание разрешено выполнять один раз в неделю. Я его вот редко делаю. А посты, да, я делаю почаще. Конечно, можно делать пост на Facebook, ВКонтакте можно делать, друзья, и можно делать, по-моему, в Инстаграм. Ну, я с Инстаграмом не дружу, как бы. Я, как бы, в основном все это делаю на Facebook. И, друзья, вот здесь основные задания. Кто первый раз, у вас здесь будет. Я не знаю, дают сейчас бонус 100 долларов. Я делала фото свое. На листочке написала Финтрады Центр. Ну, вот у вас будет как бы описание, что нужно сделать, чтобы получить. Все четко, что было написано. Вот. И как бы я опубликовала это все в соцсетях. И мне дали 100 долларов бонусных. Эти 100 долларов, они в работе будут 10 дней. Вот. И плюс за каждого приглашенного еще начисляют по 50 долларов, по-моему. Так, структура. Вот у меня есть партнеры, они активные. А есть вот и неактивные. Опускаюсь вот ниже. Вот это вот вообще, я не знаю, что крестик означает. Это значит задание, я так понимаю, неправильно выполнил. Раз не начислили. А вот это галочки зелененькие. Я так понимаю, люди выполнили задание. Вот у меня партнеры. И здесь ниже также находится наша партнерская ссылочка. И здесь вот транзакции. Я ничего не делала, не пополняла. Ничего. Я работаю на бонусные денежки. Когда мне вот здесь накопится 50 долларов, я опять куплю себе робота. И вот мое, смотрите, так, вот что-то я тут вот неправильно, плюс по нулям, мое зачисление, это мои бонусные, это я неправильно, плюс 4,52, так, плюс доллар 14,284, и вот мой вывод, минус 7,20, комиссия 3 доллара, вот.
Вот такой вот проект, абсолютно без вложений, на бонусные можно работать и зарабатывать, выполнять задачи. Мы таким образом рекламим этот проект, и нам идут такие вот бонусные вознаграждения. На этом буду заканчивать. Когда денежка придет, я запишу видео, и там же есть еще также задание опубликовать пост о выводе. Также дадут денежку, что я и сделаю после того, как получу вывод. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!